Более 22 тысяч административных правонарушений зафиксировано в 2019 году отделом ГИБДД по Ненецкому округу. Причем из общего числа 14,5 тысяч зарегистрировано с помощью комплекса фото-видеофиксации «Ураган». Это в два раза больше, чем в 2018. В нынешнем году в окружной столице продолжается работа по установке устройств, которые будут следить за порядком на дорогах. Мария Владимирова продолжит тему. Комплексы фото- и видеофиксации «Ураган» зарекомендовали себя с положительной стороны. Так, 3 из 4 правонарушений на дорогах города в 2019 году зафиксировано именно с помощью этих устройств. «Ураган» – именно так называется фиксирующий комплекс, настроен на пресечение 6 видов правонарушения. Соблюдение скоростного режима, расположение на проезжей части, соблюдение требований «уступи дорогу пешеходу», обгон, разговор по мобильному телефону и пристегнутый ремень. Однако 2 последних правонарушения камеры пока не фиксируют, но, отмечают в госавтоинспекции, пренебрегать соблюдением данных правил не стоит. «Ураган» в любой момент может поймать нарушителя. Причем система фото-видеофиксации «Безопасный город» внедряется и за пределами окружной столицы. Первый такой комплекс установлен и уже работает в Красном. На строительном участке он там запущен, он работает, функционирует. И на самом деле есть там результат, воздействие есть. Воздействие есть, но, к сожалению, пока вот даже получив письма счастья, к сожалению, водители нарушают в Красном одни и те же. В планах окружной госавтоинспекции на 2020 год монтаж еще 6 комплексов фото-видеофиксации в городе, а также в районе реки Куи и у поворота в направлении центра арктического туризма. На участке от поселка Искателей до центра ежегодно случаются ДТП, поэтому мониторинг здесь крайне необходим. Кроме того, департамент ЖКХ и строительства по рекомендации госавтоинспекции планирует закупить в первом квартале 2 мобильных комплекса фото-видеофиксации, которые будут установлены на транспортных средствах, курсирующих постоянно по городу. Также в городе будет установлено 6 умных пешеходных переходов. Один из таких – проекционный, появится в районе мясокомбината. Смысл в чем? Мы не можем круглый год поддерживать разметку в состоянии, чтобы ее видели. Здесь будет специально проецироваться на снег, в том числе зебра. Когда человек выходит на переход, помимо того, что загорается и предупреждает водителей, чтобы был внимательный, что человек на переходе, для самого переходящего будет появляться зебра. Комплексы еще не закуплены. По словам Михаила Фомина, сейчас готовится объявление о торгах. Завершить работы по установке планируют до наступления следующей зимы. Мария Владимирова, Антон Ведряков, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, телеканал «Север».